Если раньше никаких санкций к нарушителям самоизоляции не применяли, то теперь им грозит административная ответственность, точнее штрафы. Если вы вышли из дома без веской на то причины, то для начала вы отделаетесь предупреждением, ну а при повторном нарушении пострадает ваш кошелек. Физические лица заплатят от 1 до 30 тысяч рублей, должностные от 10 до 50, индивидуальные предприниматели от 30 до 50 тысяч, юридические от 100 до 300. Согласно указу губернатора, выходить из дома можно в случае крайней необходимости и при наличии паспорта. Никаких других специальных документов гражданам, проживающим на территории Алтайского края, для того, чтобы они смогли выйти из дома, дойти до ближайшего продовольственного магазина или в аптеку, или по каким-то неотложным надобностям еще не предусматривается. Если говорить о работающих, то помимо паспорта они должны иметь справку с работы. Также Виталию Снесарю задали вопрос, можно ли гулять во дворе с детьми. Представитель власти ответил коротко и ясно. Такие риски ложатся на плечи родителей. А что касается другого излюбленного места для прогулок, тропы здоровья, ответил следующее. Тропа здоровья в этих условиях тоже может стать тропой нездоровья, поэтому я бы рекомендовал воздержаться. Снесарь также добавил, что сотрудники Роспотребнадзора, органы внутренних дел и местного самоуправления ежедневно выходят в рейды и проверяют торговые точки, которые должны быть сейчас закрыты. Состоялось на территории региона 3235 комплексных проверок. Вынесено протоколов на административную комиссию 24. Временно запрещено, то есть вынесено постановление о временном запрете действия проверяемых объектов. Жители края получили ответ и, пожалуй, на самый злободневный вопрос. Будут ли закрыты границы Алтайского края? Не будут. Это прерогатива федеральных властей, поскольку режим ЧП в стране пока не введен. Границы Алтайского края так остаются беззащитными. Валентина Аскерова, «День с толком» из дома.